Друзья, всем привет! Мы сегодня поехали к родителям моего турецкого зятя. Они живут в Сихирисаре. Кажется, так я это правильно произнесла. Дом у них возле моря. Поэтому я надеюсь, что я немножечко искупаюсь в море. Потому что в Измире море есть, но там никто не купается. Очень жарко. Мы проехали на автобусе и теперь доехали на метро. Ну и ждем. Сейчас родители должны за нами приехать. Покажу место, где мы сейчас ждем, остановились. Здесь очень красивый район и торговый центр. Вот такой торговый центр. Здесь есть Zara. И, как дочка мне сказала, какие-то дорогие бренды. То есть это дорогой торговый центр. Дешевых брендов здесь нет. Но очень красивое здание. Вокруг вот такая красота. И жилые здания тоже очень красивые, приличные. Но говорят, здесь жилье очень прямо дорогое. Не знаю, по ценам даже не как в Челябинске, как в Москве. Именно в этом районе. Ну, а мы в тенечке ждем. Мы остановились вот в этом доме трехэтажном. Небольшой участочек, потом вам покажу. Живут родители здесь. И вот смотрите, вот оно, море. И мы туда идем купаться. Друзья, ну мы прошли домов 5-6. И все, мы на море. А сегодня волны, говорят, вода холодная. Да, уши голые еще, прям смываешь. Смотри. И мы вышли вот на такой красивый вид. И вот оно море. А вот там пляж. Мы куда пойдем? А здесь вдоль будем? Пляжа пойдем и посмотрим, куда сидеть. Стой. Лежаки. Вот, смотри, собака. Купается. Ничего не водится. Много, да? Да, но мы тут были в последний раз, недели две, три назад, наверное, две. И здесь еще пляж был не подготовлен, было градусов 20-23, никто не купался. А сегодня вон уже. Вот сегодня уже погода. Завтра будет 34 градуса. Протяженность пляжа очень большая. Дочек говорит, что раньше здесь как-то все было по-домашнему, скажем так. Лежаки были вот только здесь. А теперь уже делают кафешки и предлагают уже возле этих кафешек тоже лежаки платные. Очень много людей отдыхает. Такая деревня очень большая, хотя здесь в основном приезжают только на лето, знаете, как наши дачи. И мало кто остается здесь зимовать. Пароходики кто-то катается. Ну и виды, конечно, телефон не передает всего этого. Ну все, друзья, пришли домой.
Вот он такой трехэтажный домик. Кажется, небольшой, но места на самом деле прямо предостаточно. Все, пойдем отдыхать. Это мама. Мама Уфи. Все, все в сборе. Папа пришел. Мама на вкусный кофе сделала. Фок. Сидим, отдыхаем, кофе пьем. Угу. Мы сидели, пили кофе. Экспозиция меняется. И теперь у нас появляются вкусняшки. Мы собираемся пить чай. Так вот передаем все, чтобы далеко не ходить. Оказывается, так можно было. А вот обалдеем в тенечке. А, у сенен, тама, тама. Бунар сенен. Тама. Орая гелеceğim. Kafası karıştı. Bunlar senin. Sat. Torpil. Играют в нарды, но почему-то по каким-то новым правилам, по турецким правилам. Выстроены совсем по-другому, не так, как у нас. Но Лиза уже научилась. Только так считаю. Да, сейчас их обыграет, говорит. Я, говорит, сейчас обыграю. Сидим в саду, качаемся на качельке, беседуем, кто по-английски, кто по-турецки, кто иногда по-русски. И вот так вот отдыхаем.